познакомились мы с Надюшей в молодежном лагере, который проходил в Приморском на берегу Черного моря. Это была неожиданная встреча, и можно так сказать, она мне понравилась с первого взгляда, как я на нее посмотрел. Вот. Спустя несколько лет вот мы общались с ней. Вот. Первая встреча у нас произошла в 2019 году. Вот. И спустя все это время мы поддерживали связь, общались. Есть такое приложение Instagram. Вот. И молились вместе. Вот. И был такой случай. Я молился за Надюшу, и это было Рождество. И я просил у Бога, чтобы Бог подарил мне встречу с Надюшей. И хотел именно увидеть Надюшу в ее церкви. Вот. И так произошло, что я долго молился об этой встрече и попросил своего друга, чтобы он мне скинул адрес церкви, где будет проходить это Рождество. Вот. И мой друг скинул адрес своей церкви, но потом скинул адрес Надюши церкви. И так получилось, что я записал его адрес первый и поехал в эту церковь к моему другу, а не в церковь к Надюше. Вот. И когда я приехал, я увидел, что это не эта церковь, но решил остаться, чтобы не опоздать уже на то служение. И так получилось, когда закончилось служение, я увидел Надюшу. И я понял, что это ответ от Бога, и что Надюша — это моя половинка. Олежек, я тебя очень люблю. Спасибо, что ты есть, и за все, что ты делаешь для меня. I found my way.